Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Ольга Скляр. И в этом видео я с вами поделюсь одним из мощнейших и действенных способов для привлечения крупной суммы денег. Поэтому ставьте сердечко в комментариях в знак нашей дружбы, а мы продолжаем. Вы видите, у меня уже собранный ритуал. Я его покажу сейчас свечечку и вам все расскажу. Разумеется, после проведения данного ритуала на крышу вашего дома не прилетит вертолет и не сбросит нужную сумму. Но Вселенная развернет события таким образом вокруг вас, что возможности начнут слетаться со всех сторон. Может быть, вам предложат дополнительную возможность для заработка. Может быть, вы получите премию на работе. Вас отблагодарят за оказанную услугу материально. Может быть, вы получите дополнительные проценты по своим вкладам. Или же инвестиции на ваши вложения очень сильно вырастут. У Вселенной есть безграничное количество возможностей дать вам то, что вы желаете, и вам не стоит задумываться о путях получения денег. Намного важнее держать фокус внимания на конечной цели, может быть, даже на том, на что вы потратите деньги. Может быть, вы в лотерею выиграете. Все в жизни бывает. Итак, свечная магия очень сильная, но куда важнее намерение, которое вы вкладываете. Можно и нужно делать ритуал на растущей луне или в полнолуние. Однако, если уровень вашей энергии очень высокий, можно делать ритуал, когда захочется. Секрет исполнения любого желания заключается в вашей вере. Вере, что все возможно. Вере, что после проведенного ритуала все получится. И когда я говорю о деньгах, о своих любимых деньгах, когда я говорю о желаниях, я всегда придерживаюсь правила трех. Что это значит? Это значит, что нужно сделать минимум три действия, три ритуала, как угодно можете назвать, для исполнения желания. А также, чтобы деньги быстрее пришли, нужно просить знакомую вам сумму, не заоблачную, но значимую для вас, ту сумму, которую вы знаете, как выглядит, как пахнет и сколько весит. Этот ритуал достаточно, в принципе, сделать один раз, и повторять можно по необходимости. Любое желание, прежде чем воплощается в реальность, оно создается у нас в голове на энергетическом и на ментальном уровне. Ну что ж, для ритуала нам потребуется денежная купюра. Я взяла счастливый доллар. На листе бумаги желтый цвет, он золотой, можно сказать, да, символизирует богатство, изобилие. Написала свое желание. Желание мы пишем в настоящем времени, в утвердительной форме, без отрицательных частиц. Обязательно указываем свои чувства, которые вы будете испытывать, когда оно исполнится. И, конечно же, благодарность. Благодарность – это великий множитель. И чем больше вы благодарны за то, что уже имеете, тем больше вам дадут. Свеча. У меня натуральная восковая свеча зеленого цвета. А когда мы говорим о свечной магии, очень важно использовать натуральные свечи, натуральные восковые свечи. Ни один ритуал, который я вам даю, не может вам навредить, если вы вдруг боитесь слова «магия». Деньги – это тоже магия, начнем с этого, да, и данный ритуал, это относится к части белой магии, да, вы просто дополняете свой ритуал сейчас. Навредить он вам не может, вы можете навредить себе только сами своими мыслями. И, разумеется, стакан с водой. Собирая эту конструкцию и зажигая свечу, свечи зажигать нужно спичками и никак иначе. Зажигая свечу, сосредоточьтесь на пламени, проговорите свое желание, можете отодвинуть стакан с водой и прочитать. Мое желание звучит следующим образом, чтобы все услышали формулировку. Я счастлива. У меня на счету есть 1 миллион долларов США для покупки недвижимости. Благодарю. А теперь, сосредоточившись на пламени свечи, проговорите несколько раз вслух следующие слова. Я с благодарностью принимаю все деньги, которые посылает мне Вселенная. Я с благодарностью получаю исполнение своих желаний.
Благодарю тебя, Вселенная, за все блага, которые уже есть в моей жизни. Можете прикрыть глазки, подумать и прочувствовать радость обладания запрашиваемой суммы. Представьте, будто она уже есть у вас. Что вы чувствуете? Конечно же, благодарность, радость, восторг, предвкушение. Именно умение прочувствовать эмоции будущего, которое еще не наступило, благодарность даст вам то, что вы желаете. Можно также усилить этот ритуал или вместо сделать, да, пусть свеча горит, а бумажку с вашим желанием вы сворачиваете и кладете в воду. Можете поставить под лунный, под солнечный свет, можно под лунный, если вы делаете ритуал, когда наступила полнолуние и луна на пике своей силы. Пусть она постоит так буквально минут 30, зарядится либо лунной энергией, либо солнечной энергией. Ритуал, по сути, подействовал еще в тот момент, когда вы в него поверили. После того, как пройдет 30 минут, если вы вдруг опустили желание в воду, листик можно достать и выбросить, а воду выпить с благодарностью. Ну что, классной вам практики. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Я желаю вам исполнения ваших желаний.